Самое время для местных новостей. С вами Каролина Стрельцова. Здравствуйте. Лучший спасатель Ростовской области работает в Новошахтинске. С ним познакомились журналисты телекомпании «Несвитай». В Новошахтинском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям работает 43 человека. 18 из них трудятся в аварийно-спасательном формировании, которые и выезжают на вызовы, если в городе происходит чрезвычайная ситуация. Заместитель начальника данного формирования Виталий Викторович Коломеец в этом году удостоился звания «Лучший спасатель Ростовской области». Он прошел все должности от обыкновенного спасателя, спасателя третьего класса, второго класса, первого класса, до должности заместителя начальника аварийно-спасательного формирования. Принимал активное участие во всех мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, которые происходили на территории города, начиная с 2006 года. Виталий – человек дисциплины. Риск профессии для него – дело привычное. Как признается спасатель, на выезде есть одно важное правило. Главное не ошибиться и вовремя успеть. Особо мы себя не настраиваем, но когда едут все на чрезвычайные происшествия или ситуации, все меняются, это 100%. Время во время ЧС движется немножко медленнее, но потом, когда информацию подбиваешь, видишь, что, в принципе, работали там 10 минут. За 14 лет работы в аварийно-спасательном формировании Виталий Коломеец заслужил уважение коллег и руководства. Ведь недаром в Департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области утвердили именно его кандидатуру. Это такой трудолюбивый трудяга человек. На все указания он реагирует своевременно, быстро, качественно отрабатывает все поставленные задачи, является примером для подражания вновь поступившим спасателям. Для него главное меньше слов и больше дел, самодисциплина и выполнение всех поставленных задач. Оксана Польникова, Степан Онус, телекомпания «Несвитай», специально для программы «Время местное». Испытать на себе. Родители продолжают сдавать пробные тесты единого государственного экзамена. Смотрите сюжеты из Донецка и Каменска-Шахтинского. Для того, чтобы ознакомиться с атмосферой, которая царит в ходе экзаменов, на базе гимназии номер 12 родители донецких школьников написали ЕГЭ по истории. Таким образом, родителям представлена уникальная возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ. От рамки металлодетектора до получения результатов госэкзамена. Ну, очень интересная атмосфера, почувствовать атмосферу экзамена, рассказать ребенку, ну, чтобы меньше как бы боялась она этого экзамена. Да, я взяла книги и бегло просмотрела, и в интернете решу ЕГЭ, я попробовала пройти тесты онлайн. Ну, кое-что получилось. В этом году город Донецк четвертый раз принимает участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителям». Сегодня за школьные парты сели 34 родителя будущих выпускников, которые прошли всю процедуру проведения ЕГЭ от начала до конца. Перед началом экзамена все родители были проинструктированы. Прошли через металлодетектор, а затем направились в аудитории, где в течение 40 минут им предстояло пройти тестирование. Здесь создали атмосферу, максимально приближенную к реальному. Соблюдался регламент выполнения заданий. Было сложно, потому что все забыто уже с историей. И многие вопросы, которые встречались в экзамене, они как бы направлены даже не на то, что мы проходили по истории. Там были сопоставления фильмов, сопоставления марок. То есть это вызывало сложности. Ну, в принципе, как бы, если вспоминать всю историю, которую мы обучались, среднее образование получали, ну, в те времена, когда я учился, в общем, особо как бы я не сказал, что предметы сложные, то есть необходимо просто как бы вспомнить. Всероссийская акция посвящена году памяти и славы, поэтому предметом ЕГЭ выбрана история. Родители получат свои результаты после проверки работ предметными комиссиями. Алексей Масленников, специально для программы «Время местное». 28 февраля в Каменске в школе номер 14 и лицее номер 5 открылись пункты сдачи ЕГЭ. Не рановато ли? Нет, для родителей в самый раз. Для этого мы подготовили два пункта проведения экзамена на базе школы номер 14 и лицея номер 5. Оба пункта мы оснастили, как и для наших выпускников, металлодетекторами, системами видеонаблюдения, системами подавления подвижной связи. То есть наши родители сегодня попробуют себя при сдаче ЕГЭ по истории. Поэтому пожелаем им удачи. В Каменске 30 родителей будущих выпускников примерили на себя роль экзаменуемых.
Они в этом году сдавали ЕГЭ по истории. Этот предмет считается одним из самых трудных. Поняв и прочувствовав все на себе, они становятся для своих отпрысков авторитетным ресурсом. Сам посмотрел порядок проведения экзамена, сам на этом экзамене поучаствовал. Я думаю, мне будет проще и легче подготовиться у ребенка уже морально к этому экзамену. Такие встречи с родителями нужно делать на системной основе. Стоит ли доверять тем, кто утверждает, что ЕГЭ – это угадайка, и все зависит от везения? Ну, может быть, если у кого-то есть везение, то кто-то может, наверное, угадать, но это очень, мне кажется, такие минимальные шансы. Готовиться надо. Сама структура экзамена ЕГЭ построена таким образом, что получить хорошую положительную оценку без серьезной подготовки просто невозможно. Что пожелать будущим выпускникам? Слово «удачи» не прозвучало ни разу. Родители были принципиальны. Пока есть время, необходимо усиленно заниматься. Без труда, как говорится, не будет вам высоких баллов на ЕГЭ. Лариса Алташкина, Леонид Киселев, ТРК «Каменск ТР», специально для программы «Время местное». С поставленной задачей справились. Сальские боксеры заработали 5 золотых медалей на региональных соревнованиях среди юниоров. Кто отличился и к чему сейчас готовятся спортсмены? Смотрите в сюжете. Камал Сардалов – лидер нашей юношеской сборной. Победитель первенства ЮФО. Серебряный призер первенства России 2019 года. На региональных соревнованиях взял золото в весе до 80 килограммов. Первый бой выиграл досрочно, второй по очкам. Уверен, мог бы выступить лучше. Финал плохо отбоксировал. Сейчас впереди будет Европа, но будем готовиться, конечно. Камиль Мусаев, победитель первенства области 2020 года. На ринге в золотой косе провел 3 боя, одержал уверенную победу в весе до 50 килограммов. Переезд в город сельскому парню пошел на пользу. Изменился полностью, характер поменял, физику очень сильно брал. Абдулла Гасанова и Маркади Ибрагимов – двоюродные братья, кандидаты в мастера спорта. Впервые победили на чемпионате области в Новочеркасске среди мужчин. Абдулла весит до 52 килограммов, а Маркади – до 56. Каждый провел по 3 поединка. Следующее испытание – чемпионат ЮФО в июле. Выступить надо достойно. На ногах работать, больше выносливости добавить. Ну и все, как тренер скажет. Наберутся опыта спортсмены и на учебно-тренировочных сборах. Лучшие боксеры ЮФО в Сальске будут готовиться к командному Кубку России. Это большой плюс для нас, для наших спортсменов, что они смогут с именитыми спортсменами тренироваться, получать опыт, делиться опытом. Сбор начнутся на следующей неделе, и у парней есть шанс поучаствовать в командном Кубке России. Галина Соколова, Артем Мирошников. Специально для программы «Время местное». Соревновались парни и в Матвеевом кургане. Как это было, видели Галина Запорожцева и Андрей Лунев. Военно-спортивное многоборье было посвящено подвигу воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты. В соревнованиях приняли участие 18 команд. Ребята собирали и разбирали автомат, подтягивались на высокой перекладине, прыгали с места в длину, выполняли другие силовые упражнения. Спешить не надо. 3, 4. По результатам соревнований места распределились следующим образом. В подгруппе, где количество учащихся до 150 человек, первое место завоевала Новониколаевская школа. На втором месте команда Екатериновской школы. Третью ступеньку почета заняла Садбазовская школа. В подгруппе, где количество учащихся свыше 150 человек, на первом месте Матвеево-Курганская школа номер 1. На втором месте Матвеево-Курганская школа номер 3. На третьем команда Анастасиевской школы. Галина Запорожцева, Андрей Лунев. Специально для «Время местное». Дивы опять победили. На родине юных танцовщиц из Миллерово встречали и наши коллеги. С первыми весенними тюльпанами встречали родители, представители детского образцового ансамбля танца «Дива», которые принимали участие в большом и значимом фестивале в городе Москве. Мы принимали участие в 6-м всероссийском фестивале детского танца Светланы Захаровой. Его организатор – это прима-балерина, народная артистка России. Это был не конкурс, это был именно фестиваль, в котором принимали участие 25 коллективов со всей страны, в том числе и профессиональные.
Выступать в числе лучших для участниц Дивы – огромная честь. Единственный коллектив из Ростовской области был удостоен внимания федерального канала. Весь танец мы просто воображаем, представляем, какие мы красивые, модные. Участницы образцового ансамбля танца не скрывали эмоций и с радостью делились впечатлениями с нашей съемочной группой. Нам очень понравился этот фестиваль. Там была хорошая атмосфера, очень дружелюбные коллективы, большая сцена, очень много камер. Об участии в престижном фестивале будут напоминать его символы и подарки. Нам вручили почетную грамоту и кубок. Также мы сфотографировались со звездой, со Светланой Захаровой. Детям подарили подарки, вот такие замечательные рюкзаки. Выступление ансамбля «Дива» в Москве стало еще одной ступенькой к успеху, которым гордятся не только участники коллектива, его руководитель, педагоги, родители, но и все миллеровцы. Надежда Шевякова, Виталий Платонов, Миллеровский телеканал для программы «Время местное». Женщина, весна, цветы. В Сальском художественном музее открылась выставка, посвященная празднику 8 марта. Весна царствует в музее. В экспозиции натюрморты, пейзажи и женские портреты донских, московских, воронежских и сальских художников. Яркая, солнечная школьница Ивана Метальникова как магнитом притягивает к себе. И совершенно холодные героини Евгения Хорошилова из одной семьи, но так далеки друг от друга. Колорит сероватый, фиолетовый какой-то. И люди между собой, они в разные стороны смотрят. Они вместе похожи, но не совершенно разные. Художникам часто позируют знакомые, родственники. Писать могут и вымышленных людей. Кого изобразил Хорошилов, неизвестно. Делегат партийного съезда, студентка, врач, ветеран труда, знакомые персонажи советской эпохи. Художник Наталья Котлярова написала себя. Автопортрет 38 года. Екатерина Минькова, Маргарита Тимошенко, наши современницы, преподают в Академии архитектуры Южного федерального университета. В графике Андрея Лопатина, Нины Гавриловой, Анатолия Козлова, Дмитрия Жилинского женщинам отведена другая роль. Женщина-спортсменка есть, женщина, работающая на заводе, даже женщина в скульптуре, да, в мастерской художника, которая выполнена мелком, тоже интересно посмотреть на нее. Всего 34 работы представлены в весенней экспозиции. Есть полотна, которые выставляются крайне редко. Галина Соколова, Артем Мирошников. Специально для программы «Время местное». На сегодня это все. Мы желаем вам только хороших новостей, о которых с удовольствием расскажем в нашей следующей программе. Встретимся во вторник на этом же месте, в это же время. Время местное.